Паркур! Ева Кассетри! Всем привет! Вы на канале DevPlay, и сегодня мы будем продолжать проходить Detroit Become Human. Третий выпуск. Не забываем про лайки и комментарии под этим видосом, и погнали! Жди здесь. Мы скоро. Ладушки! Как скажете, лейтенант. Охренеть, но лучше не было. Ага, следовать таки. Я Джон понял. Дуглас, канал 16. Вы подтверждаете, что это убийство? Я ничего не подтверждаю. А что вы сказали? Я не знал, что там кто-то живет. Ну, разумеется, полиция все скрывает. Доступ андроидам сюда воспрещен. Это со мной. Какую часть фразы «жди здесь» ты не понял? Ваш приказ противоречил моим инструкциям. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами, ясно? Ясно. Здорово, Хэнк. Мы уж думали, ты решишь соскочить. Так и было задумано, пока не явился этот говнюк. Что, у тебя теперь свой андроид, а? Значит, смешно. Выкладывай, что случилось. Около 8 позвонил хозяин. Жилец давно не вносил арендную плату. Он заглянул в дом, узнать, что как. Ну и нашел там труп. Знаете, что хочу сказать? Лицевая анимация тут, ну, ни херашеньки не отличается от тяжелого дождя. К слову, тут тоже начался тяжелый дождь. Понял, туда уже идти нельзя. Следовать за лейтенантом Андерсоном. Ладно, ладно, я понял. Осматривать ничего не получится. Ладно. Еще это за халупа. Убийца ушел черным ходом. Что известно про андроида? Немного. Соседи говорят, что он был, но в доме мы его не нашли. Я пойду на воздух. Вы тут располагайтесь. Если что, позовете меня. Красный лед. Это типа красный мед, что ли? Изучить улики, один из 10. Я понял. Где еще? Буквы идеальные. Даже слишком. Человек так не напишет. Крис, это написано кровью жертвы? Да, пожалуй. Надо будет отправить на анализ. Подожди ты, господи. Красный лед. Наш друг Карлос умел оттянуться. О, господи, ты что творишь-то, а? Анализирую кровь. Я могу сделать все тесты на месте. Простите, стоило предупредить. Ладно, просто больше, чтоб не совал в рот весь дождь, ясно? Ясно. Это ж надо долбануться, может. Он как плохая баба, сразу все в рот тащит. I am alive. Я жив. Понятно. А, стоп. Обычная буква, шрифт Cyber Life Sans. Я понял. Ух ты, какая вкус. А, слушайте, это что-то мужик вроде бы или нет? Или мне так кажется только? Красный лед, ацетон, литий, тириум, тулеол, соляная кислота. Надеюсь, на основе этого нельзя будет что-нибудь забодяжить. Погибший Карлос Ортис, вес 130 килограмм. Нихера себе! Я тут со 105 килограммами такой, блин, ну походу время худеть.
28 ножевых ранений. А, вот, короче, как раз та тема про 28 ножевых ранений. Я понял. Совпадение в базе данных Карлос Ортис. Сведения о судимости, грабеж и нападение при отягчающих обстоятельствах. Я понял. Реконструировать. Блин, вот это классная тема. Так. Здесь жертва упала. Окей. Так, а если... Черт, камера особо не вертится. Так, ну это я понял уже. А, во! Жертву ударили ножом. Стоп, а еще одно? И жертва упала. Так, хорошо, а третий этот самый... О! Нашли. Двигались из кухни. Ну, типа, все три есть. Я молодец. Походу, да. Ударили ножом. 28 раз. Да. Видать, убийца крепко разозлился. Мне нравится этот чувак. Крис, мне нужен полный анализ на наркотики. Так, Кью. Будет сделано, лейтенант. Амиляев. Я понял. Так. Эй, Майк, ну что, образцы взял? Да, я все. Подождите, а вот и ножик, да? Нет отпечатков пальцев, замешан андроид. И, вероятно. Засохшая кровь. Понятно, Карлоса кровь. Четвертая улика. Слушайте, я хороший детектив, а? Наверное, не знаю. Бейс. А, Иден Клаб. Во. Клуб Рай. Я еще немного и переводить могу. Если она трещится, я даже и в переводчике могу пойти. Переводчики. В переводчике. Хотя, может, и в переводчике. Была бы машина, было бы проще с этим. Так, я так понимаю, мы тут уже осмотрели, что могли. Засохшая кровь. Дата взятия пробы 19 дней. Ну, если он 19 дней там валялся. Не понял, а чё я опять тут? Уж полчаса как должен быть. Доедет он. Уже скоро будет. В смысле? Что случилось-то? Ребят, давайте побыстрее. Не всю же ночь тут торчать. Уж поверь. У меня камеру заглючило. Как можно раньше. Вася! О, господи. Надо было просто переключить камеру. Так, а куда тем временем я ушел? Это я не знаю, где меня носило, пока камера была прилипшая. О! А, типа вы... А, это я уже на выход дошел. Все, я понял. Но на выход мне не надо. А, все, во, наконец-то я понял, где я хотя бы. Я же на кухню шел-то.
Блин, я хотел бы осмотреть телек, но я так полагаю... Мне или не дадут, или я его уже осмотрел. Какая фигня какая-то. Так вот. О боже, я... так, короче, камера так идиотски переключается, все. Я допер. Бита! Так... Господи, когда засвечено светом, это вообще... Вмятина, причина удар тяжелым предметом, следы тириума. Короче, это и наркоте. Ну, одного из компонентов. Так, как тебе взять того? Отпечатки пальцев, совпадение в базе данных Карлос Ортис. Реконструировать. Короче, он что, получается, сбитый напал на... Сбитый напал на этого нашего... Девианта? А, ты смотри, даже показывает, где... Надо тыкнуть. Девиант, на девианта напали эмоциональное потрясение. Охереть. Ну охренеть, теперь у него эмоциональное потрясение, а? Ебаньки, ебаньки, ебаньк. Окей. Поговорить с лейтенантом. Тем временем мы уже 7 этих фиговин нашли, а? Слушайте, а что если попытаться еще найти, а? Ну, типа окно. Ну и ладно. Да они аж стену пробили. Опа, 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 опа. Стол, вижу. Отпечатки пальцев. Совпадение в базе данных Карлос Ортис. Следы борьбы. Так, восьмое есть. Опаньки, засохшая кровь. Понятно. И защите лейки 9 из 10. Да блин, у меня опять камеру пролагало. Так. Еще, короче, одну улику надо. И меня, короче, что-то постоянно на этого жердяя переключало. Там мы какую-то улику с ним не досмотрели, получается. Жирненький ты мой. Да не, вряд ли. Я думаю, просто что-то игра пролагнула. Но тем не менее, еще одна улика где-то должна быть. О! Так сказать, задний дворик. О, есть, 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 есть. Следы. Печатки подошвы. Модель тут такая. Была заперта изнутри. Убийца мог выйти здесь. Следов нет, кроме ботинок офицера Коллинза 43-го размера. Прошла не одна неделя. Следы могли стереться. Нет, на такой почве остались бы следы. Тут очень давно никого не было. Девиант ушел не этим путем. А девиант. Понятно. Так, а мы еще одну улику не досмотрели. Я понял, это теперь надо еще найти. А мы еще сюда не ходили-то. Опа!
Для... компульсивный почерк. Это что, бутылка? Статуэтка из говна? Религиозное подношение? Да хрен его знает. Чё это вообще такое? Блин! Во, всё! Всё изучено. Теперь у нас поговорить с Андерсоном. Андерсон, ты где там? Э-па-па-па-па. Читать. Доказано, в сексе андроида лучше людей. Я понял, считать не будем. Конечно, о, андроид не выдыхается. А ты просто прикинь, блин, 3 минуты... Этот самый мешок с цементом поносить, а? Так, Андерсон, я хочу с тобой поговорить. Единичка. Лейтенант, думаю, я понял, что произошло. Да ну. Валяй, выкладывай. Все началось? На кухне. Следы борьбы очевидны. Надо понять, что именно произошло. Жертва напала на андроида. Сбита. Да, улики это подтверждают. А потом? Ну? Человек ударил его ножом. Человек ударил его ножом. Нет, не может быть. Ой, блядь! Говорят о другом. Андроид бросил стул. Блять! Да это бред собачий. Да все, я понял. Факты. Да все, все, я понял, я проебался. То есть ты мне хочешь сказать, что андроид оборонялся? Хм. Ладно, что потом? Человек побежал. В гостиную. В гостиную. Пытался убежать от андроида. В целом похоже. Андроид убил жертву ножом. Ножом. Ладно. Твоя версия не такая уж бредовая. Вот только куда потом делся андроид? Он был поврежден битой и стал терять тириум. Что-что терять? Тириум. Он же голубая кровь. Это жидкость для питания биокомпонентов. За несколько часов она испаряется, не оставляя видимых следов. О, но ты-то их все равно видишь, да? Верно. А как оно должно выглядеть? Как эта голубая кровь выглядит? Алло? Ребята, или она реально голубая? Вот будет неловко, если она реально голубая. Я где-то не заметил. Ну блин, не, камера тут вообще идиотски переключилась. Ай, блин, не лагай, скотина. Надеюсь, на видосе оно не будет так сильно лагать, как у меня. А впрочем, можно сказать вообще моему компу спасибо, что ты хотя бы тянешь это. Искать следы голубой крови. О! Я так... полагаю... Это оно? В шкафу же?
Ляха-муха. Ну, голубую кровь-то видно? Вот он в душ пришел. Ну вот я их нашел или не нашел. Типа, как нашел, но не нашел. Черт. Что-то я тут нашел. А, вот и голубая кровь пошла. Я так это воспользовался лестницей. Раздвинуть. О, я же видел, что оно сюда направляет. Ура, что ты делаешь? Следы ведут на чердак. Впрочем, я правильно решил сюда направляться. На чем-нибудь забраться. На чем-нибудь забраться. Ну, нам, думаю, подошел бы какой-нибудь стол. Блин. Ну вот, стол-то, господи. Чем он тебя не устраивает? О! Ага, то есть лежащий стол его не устроил. Куда стол-то поволок? Надо кое-что проверить. Это остальным-то скажи. Вот ты где, дорогой, привет. Чё за вес? Посмотри, чердак. Кюшки. Не, ну полюбас, это ж типа не он. Давай РК-800. Ну да, это было очевидно, что это не он. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не висни! Говно, закисни! Блин, почему она на чердаке начала лагать? Тут же ни хера нет. Спасибо. Опа-па-па-па-па-па. Ну и куда ты бежишь? Братиша, ты не хотел бы немножко ускориться так, а? Он от нас еще того поди скроется. Ага, мне все еще надо держать кнопки. Ладно. Ну твоя мать, сейчас хрень работает! О, шоколадка. Я просто защищался. Он хотел меня убить. Пожалуйста. Не говори. Коннор, чего ты там мутишь наверху? Лейтенант, он здесь! Ах ты ж предатель, сам! Охренеть. Крис, Бен, а ну-ка дуйте сюда! Да чтобы у тебя аккумуляторы разрядились! Ох, сколько всего-то! Мы нашли девианта, то есть мы могли его еще и не найти, получается? Ну, раз нашли, так нашли, я молодец, значит, продолжить! 5 ноября 2038 года! Опять она лагает, как скотина, пока загружается сцена. 21.14. Бедная малышка. А, не, я попутал. Тот. О.
Откуда у него деньги на андроида-то, блин? Или они такие копейки стоят, как телек? И пивас. Ужин готов. Да, да, иду. Ладно. Подайте еду. Окей. Эп. С таким-то андроидом и жена не нужна. Продуктов было немного. Сделала, что могла. Слушай, довольно-таки аппетитный, я пожирал даже. Хорошая андроидка. Кера. Включить свет. Свет у нас. Так, обслужить Алису и Тодда. Так, давайте сначала с Алисой, она вот мне больше нравится. Потерял работу из-за роботов. И что я сделал, когда некому стало вести хозяйство? Пошел и робота сраного купил. Да что ты быкуешь-то? Оборжаться. Так, мы все сделали, мы молодец. Молодца. Конечно, андроиды ведь такие удобные. Они не устают. Они херней. Не страдают. Всю жизнь мне испортили. Такие идеальные. Мужик-то, ты чё? Да она-то ну чё, в чём виновата? Чё вылупилась, спрашиваю? Не нравится жить с папкой, а? Ты чё такое? А ты думаешь, мне просто? Да иди ты в жопу! Ты думаешь, мне нравится жить в этой грёбаной дыре? И я виноват, что мать твоя свалила? Ты должен слезть наркотиков, Тодд. Блин, вот это претензия, а? Ты понимаешь, Тодд? Удрала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском, бухгалтера, шлюха! Вау! Это ты виновата. Папочка! Это ты виновата! Ау! А ну вернись! А ну вернись! А ну вернись, я сказал! Блин, мужик, ты чё? Стоять здесь, чтоб не рыпалось мне, а то вломлю посильнее, чем в тот раз. Ты блин! Мужик, меня вообще насрать. А, хочу я одел. Бля, я понял, надо задержать. Тоже мне указатель. Нарколега грёбаный. Да ты у меня сосать будешь. А что надо делать-то? А! О! Вот это мы хакерим, а! Господи, да я хакермен, я хакервумен, если можно так выразиться, я хакер, супер-пупер хакер ученик есть. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Защитите Алису. Да фигня вопрос. Утихомирить Тодда. Блин, а если мы его утихомирим, мы технически ее защитим. Успокой. Тот отец не может так поступать с дочерью. А чё она душится? Алиса! Папа очень зол! Мужик, зря ты быканул. Ща я тебя как шандарахну. Только у тебя все зубы в жопе окажутся, а? Смотрим еще и на жопу. Жопа хорошая такая. Плотненькая. А, Алиса у нас вроде бы... А, я понял, где Алиса? Давай быстрее разворачивайся. Хватит! Это тебе папочка, полезно. Не надо! Полезно! Хватит! Прекратите. Ты что, охренела? Вали отсюда, это приказ, слышишь? Нет. Оставьте Алису в покое. Чего-чего?
Ты чего сейчас сказала? Ты тут распоряжаться будешь, кукла пластиковая? Мужик, у тебя еще несколько жизней. Ты, кажется, поломалась. Ничего, сейчас починим. Да я тебе сейчас жопу поломаю. А? Боже, я рандомно нажимаю на кнопки. Боже, это срабатывает! Ох, боже, я собрался, я не ожидал, что сейчас надо будет что-то делать! Интересно, насколько он тупой? Ей дышать не... А, в смысле, ей обязательно дышать? Да ты задолбал! Боже, мужик, отвали! Не трогай! Твою... Чёрт! Мужик, сосни! Ты заколебал уже! Вай-вай-вай-вай! Ты чё такой дерзкий?! Получал лещей андроидских. Так тебе мрази надо. Убежать. Все, сваливаем, малышка. Ой, твари. Вернитесь. Пошел в жопу. Давай, 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 давай. Господи, это железяка, у тебя сил немерено должно быть. Твою. Господи. Боже, пролаги, пошли! Давай, 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 давай! Боже, я тебя не успел! Все хорошо? Не сукуй, девочка, мы тебя спасем! Может быть! Пошел нахер! Лосось нет, тунца, скотина! Паркур! Ева Кассетри! Да, тут уже скриптовано пошло. Ей, мы свалили от мудака! Я молодец. Блин, а чё он такой бешеный стал? Ай-яй! Боже, у девочки к андроиду больше чувств, чем к батьке. К чему ее надо довести-то, чтобы у нее такое происходило в жизни, а? Ох, страшная ночь. Да, страшное не то слово. Ну что ж, думаю, на этом сегодня мы и будем заканчивать. Мне Детройт нравится, еще бы у меня комп тянул его чутка получше. Было бы намного лучше, но что есть, то есть. А на этом сегодня мы будем заканчивать, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.